all this life is good for. It's the reason I don't wanna live like this. Here without you, can you hear my heart call? Can you hear my heart call? Наконец-то хоть какие-то результативные действия от хозяев. Под кольцо Дэйна и Максим 2 очка набирает. Александр Месяц один остался в углу и забивает 3 очка Саша. Загреба будет обыгрывать, еще к тому отдать передачу. Но все там бегают возле него, как лилипуты вокруг Гулливера. В итоге Загреба сам зашел в краску и такой вот крюк от Загреба. Так называемый от берега до берега проход от Антона Дзюбы. Герасимчук загружает Моторчука, и там Моторчука очень красиво накрывает Дмитрий Глебов. Умеет Глебов все-таки прочувствовать такие вот моменты. Месяц. Хороший проход шел Александр, но не менее хороший блокшот ему выписывает Станислав Дикий. Перехват от Закурдаева. Закурдаев забивает против поля льда. У Сергея у нас отличная атака. Закурдаев. Хорошая передача на Загребу. И Загреба мощно сверху. Нам уже никто Сергею не мешал. Тимофеенко первый на подборе, но отвратительную передачу отдал Станислав на Мишулу. В итоге мяч оказался у Николая Полелюка. 4 секунды всего остается у хозяев на эту атаку. Мишула находит Закурдаева. Нужно атаковать уже Максу. Но... цирковой прошел уже от Тимофеенко. Там чуть ли не волейбольный получился. Вот тот случай, когда Фортуна все-таки повернулась лицом к хозяевам. Хорошее попадание от Тимофеенко. Там завершается у нас этот поединок. Ждем вас на следующих наших включениях из спорткомплекса «Шинник».